Акшаров Кирилл, Олимп. Чемпион Северо-Запада по кикбоксингу и боец в синем углу. Приглашаю с края Егор, Федерация ММА. Бьются они раунд по 2 минуты раунд, и всего этих раундов будет 3. Итак, да, друзья, как вы видите, то что веса разные у наших спортсменов. Боксер Сима Углуни даже немножко, хорошо побольше нашего противника своего. Ну посмотрим, что же будет, да. Итак, в ринге Кокшаров Кирилл, Олимп и Краев Егор готовится. Усачев Никита и Заглубоцкий Андрей. Осталось 10 секунд. Время. Да, конечно, давайте поаплодируем нашим боксерам, но это еще не все. Впереди второй раунд для наших боксеров. Как вы видите, то, что боксер Краев Егор, это синий угол, тяжелее своего соперника, как Шарова Кирилла, как я подсказывал, килограмм на 10. Одного потяжелее. На 23 килограмма, друзья. Следующая пара готовится. Усачев Никита и Заглубоцкий Андрей. Thank you.
нужна поддержка для наших боксеров, друзья. Конечно, нужно поддержать их. Потому что очень нелегкий бой у них происходит, наш ринг, наши соревнования в ринге. Сразу видно, что наши боксеры немножко устали, но это понятно. Итак, да, друзья, вот он пример для всех нас, то, что несмотря на вес, несмотря на разницу в весе 23 килограмма, в этой битве победу одерживает, ну, можно сказать, уже очень даже опытный, да, боксером по кикбоксингу, как Шаров Кирилл Алип. Друзья, конечно, аплодисменты нужны.